11 апреля 1944 года советские войска освободили Керчь. Побратим города-героя Тулы подвергался ударам фашистов с начала войны. Был почти полностью разрушен. За время оккупации нацисты уничтожили 29 тысяч мирных жителей и военнопленных. Более 14 тысяч угнали в Германию. Писатель Петр Павленко вспоминает: «Когда я увидел Сталинград, он не потряс мое воображение. До него я видел Керчь. За героизм в ходе сражений за город-герой Керчь 146 военнослужащих удостоены звания Героя Советского Союза. В 1973 году и сама Керчь стала городом-героем. До победы оставалось 393 дня».